Нестера Евгения Лаврентьевича, командир танкового взвода 36-я общевойсковая армия. Командир танкового взвода 36-я общевойсковая армия. Спасибо. Евгений Андреевич, заместитель командира разведывательной группы 2-й отдельной бригады специального назначения Западного военного округа. Командира разведывательной группы 2-й отдельной бригады специального назначения Западного военного округа. Командира взвода 36-я общевойсковая армия. Ефрейтор Рожков Иван Андреевич, старший механик, водитель, 20-я гвардейская общевойсковая армия. Матрос Ушурляк Роман Павлович, гранатометчик, 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Спасибо вам за все дела. Поздравляю. Скорейшего вам поздравления и возвращения. Спасибо. Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом мужества награжден подполковник Печерица Евгений Александрович, заместитель командира по вооружению 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии. Все хорошо. Все хорошо. Давай. Поздоровляй. Отправляйся скорее. Ждем тебя в строю. Есть, понял. Спасибо. Давай. Огромное спасибо всем ребятам, которые были там со мной, которые помогли выбраться. Эту награду я своей не считаю, считаю ее общей. Всей моей бригады всем большое спасибо, терпение. Желаю всем вернуться домой живыми, здоровыми. Ну и, соответственно, дальнейшие планы — это по выздоровлению скорейшее возвращение к вам в строй. История с полей, как говорится.